Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги, партнеры, гости нашего сегодняшнего вебинара. У нас сегодня понедельник, 17 часов по московскому времени. Это время презентации компании Skyway Capital. Ну и сразу хочу задать вопрос. Хорошо ли меня видно, слышно? Я вижу, у нас есть Вячеслав в комнате, да? То есть как со звуком? Потому что я знаю, периодически бывают нарекания с тем, как у нас работает микрофон. Все отлично, да? Итак, друзья, у нас с вами сегодня... Время стандартной обычной презентации проекта компании Skyway Capital. Сейчас хочу вам задать честно один вопрос, да, чтобы вы честно ответили. Есть ли в комнате люди, которые вообще впервые присутствуют на вебинаре и впервые слушают эту информацию? Поставьте, пожалуйста, цифру 1. Вот. Только так, как есть на самом деле. Ольга, так, есть новые люди, да? Хорошо, коллеги, тогда я предлагаю сделать следующее. То есть мы с вами сейчас рассмотрим те два основных вопроса, которые обычно мы рассматриваем на вебинаре по понедельникам. Это возможность инвестирования в инновационную технологию под названием Skyway. И, как правило, у нас вебинары разбиты на две части. Первая часть – краткое уже ознакомление с технологией, что она из себя представляет, чего мы добились на сегодняшний день. Да, и второе – это те, скажем так, предложения, которые делает компания Skyway Capital людям, пришедшим на наш вебинар, тем, кто, скажем так, заинтересован в направлении увеличения собственного дохода, для тех людей, которые интересуются темой создания источника остаточного дохода, те, кто не безразличен к тематике вообще, скажем так, заработка дохода, да, то есть обеспечения своих детей и своих внуков целого ряда поколений, скажем так, достойным уровнем дохода в будущем, ну, соответственно, себя самого не обидев, да, для тех людей, которые не безразличны тому, что происходит на нашей планете, те, кто, скажем так, остро ощущают те проблемы, которые существуют в сфере экологии, например, да, и виной тому, в принципе, я думаю, большинство из вас со мной согласится, это развитие нашей сегодняшней промышленности, да, то есть все, что сегодня человечество как бы создает на протяжении уже целого ряда, скажем так, лет или, наверное, последних пару столетий, к сожалению, мы двигаемся к той ситуации, которая может нашу цивилизацию как раз-таки угробить. С одной стороны, мы делаем эту жизнь лучше, проще, доступнее. С другой стороны, живое, то живое, что нас окружает, скажем так, в живой природе, леса, чистая вода, чистый воздух и так далее, становится все более и более недоступным. Да? Почему? Потому что развитие индустрии может нас привести к той ситуации, что через 2-3 поколения мы с вами не сможем дышать на улице нормальным чистым воздухом. Пить чистую воду, да, то есть наслаждаться красотами природы, которые, ну, на сегодняшний день еще, скажем так, огромное количество территорий, куда можно приехать и порадовать глаз, вдохнуть, скажем так, полной грудью, ну и, в принципе, в целом порадоваться этой жизни. Итак, друзья, первая часть нашего вебинара – краткий обзор технологии, о которой мы говорим, и вторая часть – инвестиционное предложение компании Skyway Capital. Почему тема транспорта, да? Потому что однажды, есть такой человек, Анатолий Дорочунинский, который руководит нашим проектом, задумался на тему того, что современные транспортные системы, они являются неоптимальными. И, в принципе, если мы с вами посмотрим, то транспорт, который затрагивает жизнь, по сути дела, большинства из нас, да, он имеет целый ряд проблем, которые, скажем так, из года в год только возрастают, я так считаю. Первое, это особенно касается жителей крупных городов, это те пробки, да, которые у нас есть. Я живу в Москве, в московском регионе, все это вижу своими глазами. Сейчас у нас немножко потеплело, наконец-то прорезало солнышко. И утро понедельника и вечер пятницы, наверное, это, вот, скажем так, время коллапса в Москве, Московской области. Думаю, примерно то же самое будет происходить в большинстве крупных городов. Ну, Российской Федерации не только, да, там, где люди устремляются после рабочей недели на лоно природы. На даче, возможно, на какие-то базы отдыха там, и так далее, и так далее. Я знаю огромное количество людей у нас из Москвы, кто не имеет дач, едут, например, в соседнюю республику Беларусь, отдыхают там, кто-то там доезжает до казино, кто-то едет на природу там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть пробки, да? Далее, соответственно, вместе с этими пробками, так как большинство автомобилей, которые есть на дорогах, работают на двигателях внутреннего сгорания, это бензин, там, дизель и так далее, существуют огромные проблемы с экологией, да? Потому что там, где есть пробка, в воздухе летает огромное количество взвеси, скажем, тающих веществ. Вот. Чем дальше, тем больше становится автомобилей. Я знаю, что вот здесь в Москве, в Подмосковье, есть семьи, у которых не один автомобиль на семью. Да? Вспоминаю там те же 70-е, 80-е годы. По одной-две полосы в каждую сторону. И, в принципе, спокойно разъезжали. Сейчас не хватает и 5-6 полос. Далее, транспорт. 4 транспортные системы, которые известны человечеству, да. Это водный транспорт, он был, наверное, одним из самых старых. Да? Дальше идет железнодорожный транспорт, потом автомобильный и потом авиационный. К сожалению, он так и не решил вопрос мобильности.
Причем мобильности, касаясь там пробки на дорогах, плюс ко всему, скажем так, мобильности, например, в условиях изменяющихся там каких-то природных явлений, сильных снегопадов, дождей и так далее. И плюс ко всему, обычно очереди, например, в том же аэропорту, если мы даже по интернету купили себе билет, нам порой приходится несколько десятков минут, а то и часов затрачивать в очереди, чтобы получить посадочный талон и взлететь в том направлении, в котором мы купили билет. Далее, одна из важных проблем транспортной отрасли, транспортных систем – это безопасность. Да, любой из видов транспорта, который мы знаем, нельзя назвать безопасным. Каждый в себе таит угрозу человеческой жизни. Как заявляет генеральный конструктор, периодически он об этом говорит, что современный автомобиль за год убивает гораздо большее количество людей, чем, скажем так, огромное количество оружия, которое выпускается военно-промышленными комплексами рядом стран. Да? То есть более миллиона человек ежегодно погибают в автомобильных авариях, катастрофах, и десятки раз большее количество людей становятся инвалидами, скажем так, получают различные травмы, которые затем сказываются на уровне жизни этих людей. Ну и немаловажный фактор, то, что те транспортные системы, которые мы с вами имеем, они могут нравиться, могут не нравиться. Действительно, из года в год в любом направлении развития транспортной отрасли происходят какие-то совершенствования, то есть появляется Wi-Fi в городском транспорте, да, то есть становится, может быть, менее загрязняющий окружающую среду двигатель внутреннего сгорания, то есть меньше выхлоп, да, вредных газов, отравляющих веществ и так далее. Где-то они становятся более комфортными, но вот, например, уровень комфорта, если говорить даже о новых электричках, которые выпускаются вот в Российской Федерации, да, которые перемещаются в Подмосковье, ну, уровень комфорта, скажем так, нельзя сказать нулевой, но зачастую он очень близок к этой цифре, потому что часто приходится висеть прямо, скажем так, в тамбуре возле открывающей, закрывающей дверей. Ну, часто вижу эту картину, иногда участвую в этом сам, поэтому, скажем так, уровень комфорта оставляет желать лучшего. Ну и дорожание транспортных услуг, да, стоимость оказания транспортных услуг, как для перевозки людей. Каждый год мы видим, что билеты дорожают и периодически появляются на различных сайтах в интернете, почему там стали дорожать билеты на самолеты, почему, скажем так, ЖД увеличивает стоимость проезда и так далее. Да, и перевозка грузов. Соответственно, если возрастает перевозка грузов, это отражается на чем? На стоимости товаров и услуг, которые мы с вами каждый день получаем в разных направлениях нашей с вами жизнедеятельности. Но это далеко не все проблемы транспортной отрасли, там, может быть, ключевые, которые бросаются в глаза. И если мы с вами ничего не поменяем, если мы, скажем так, оставим все как есть и будем считать, что от нас с вами ничего не зависит, то недалека такая картина, которую вы видите сейчас на слайде, что там 10-15 лет, и мы с вами будем ходить по крупным городам в противогазах. Вот, и дай бог еще останутся те места, куда можно будет выехать и подышать свежим воздухом. То есть если мы с вами ничего не изменим, если мы с вами по-прежнему, скажем так, будем оплачивать те транспортные услуги, которые сегодня есть, и ничего не будем менять, соответственно, мы можем прийти к той ситуации, как говорит Анатолий Эдуардович, да, пройти точку невозврата, и планета будет для следующих поколений практически утеряна. Но что все это не случилось, в голове человека, которого вы видите сейчас на экране, созрела идея создания новой транспортной технологии, над которой мы сегодня активно трудимся, которая сегодня как никогда близка к реализации. Вся эта технология под названием SkyWay. Анатолий Эдуардович Юницкий – это российский, белорусский, советский инженер-конструктор, который разработал технологию под названием «Небесные дороги Юницкого», либо «Струнный транспорт Юницкого» он раньше назывался. И сейчас, с 2014 года, данная технология под названием SkyWay создается, скажем так, испытывается, да, сертифицируется и уже близка к тому, чтобы быть реализованной в целом ряде регионов мира. Поначалу, для того, чтобы реализовывать технологию, Анатолий Эдуардович Юницкий работал в направлении привлечения инвестиций посредством традиционным, которое было в стране под названием СССР, то есть нужно было выбивать государственное финансирование. Начиная с 90-го года велись переговоры с людьми мира бизнеса. В развитии технологий были свои, скажем так, взлеты и падения. Был, скажем, полигон в подмосковном городе Озеры, на котором была продемонстрирована технология второго поколения. И был получен целый ряд экспертных оценок, целый ряд институтов и структур, которые имеют прямое отношение к транспортной отрасли. Ну, например, там Госстрой России, Санкт-Петербургский госуниверситет путей сообщений. Еще целый ряд структур, которые давали оценку технологий на основании тех испытаний, которые проходили в подмосковном городе Озеры, где существовал полигон. Что данная технология перспективна, что она имеет огромное количество преимуществ по отношению к тем технологиям, которые мы сегодня с вами имеем. А какие-то преимущества? Она в несколько раз безопаснее, если говорить с автомобильным транспортом, то, скажем так, на три порядка. Да?
она экологически чистая, она высокоскоростная, комфортная, да, и значительно дешевле по цене с точки зрения как строительства путевой структуры, скажем так, и создания транспортных средств использования, так и эксплуатации. То есть по сравнению с теми транспортными системами, которые мы имеем, ну, минимальное отличие, например, там, от железной дороги начинается от 2 раз, да, это там до 18 или 20 с лишним раз, гораздо эффективнее, чем те транспортные системы, которые у нас с вами есть. Благодаря данной технологии можно будет строить вот такие города. То есть в линейный город, это такое название, да, это города кластерного типа, где есть одна центральная башня, она же является зданием вокзала либо пересадочной станции. Да. В шаговой доступности от этого здания люди смогут проживать на лоне природы в своих частных домах и иметь в 5 минутах ходьбы от дома транспорт, который может их доставить быстро, комфортно, за гораздо меньшую плату, ну, фактически в любую точку региона, страны. И если говорить о народном SkyWay и, скажем так, по территории планеты, в случае реализации нашего проекта и строительства, скажем так, многих тысяч и даже миллионов километров дорог. Концепция струнного транспорта такова, что в начале запуска нашего проекта, все это началось в 2014 году, идея создания транспорта SkyWay затрагивала 3 сегмента. Это транспорт SkyWay, это высокоскоростной междугородний транспорт SkyWay. Так вот, концепция, например, городского транспорта, она предполагает создание таких транспортных средств и такой инфраструктуры, что в черте города транспорт сможет перемещаться со скоростью до 150 км в час. Да, то есть то, что сегодня, в принципе, недоступно. В среднем городской транспорт, который перемещается по поверхности Земли, у нас едет со скоростью порядка там, максимально 20 км в час. Метро в московском метрополитене перемещается в среднем где-то 40 км в час. Да, хотя порой кажется, когда ты едешь в тоннеле, что ты вот-вот сейчас летишь. Из-за тех звуков, там, вибраций и всего остального, что происходит, когда ты едешь внутри вагона. Итак, друзья, 150, до 150 км в час, в зависимости от необходимости, да, до 65 тысяч пассажиров в час провозная способность городского транспорта, и по своим, скажем так, затратам на создание такой инфраструктуры, это в 20-30 раз дешевле, чем городское метро. Ну, вот если рассмотреть, например, перемещение между городами, между странами, да, то высокоскоростной SkyWay сможет достигать скоростей 500-600 км в час, это фактически почти самолетная скорость, да, и такие расстояния, как 700-800 км между городами Москва, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Москва, Минск, Москва, Харьков, мы сможем преодолевать в среднем там, за 2-2,5 часа. Значительно дешевле стоимость возведения путевой структуры. Данная путевая структура, вы видите, как на рисунке, поднята над землей. Да? То есть мы сохраняем почву, требуется минимальная земля. Вот это опять же одно из преимуществ по сравнению с теми транспортными системами, которые мы имеем на сегодняшний день. Ну, самое распространенное, конечно, это что у нас? Автомобильные дороги, да, как говорит Анатолий Эдуардович Яницкий, что площадь дорог по всему миру сегодня это 4 Великобритании по площади. То, что у нас закатано под асфальт. Железных дорог немножко меньше. Да, но тем не менее, это тоже, скажем так, привычная картина. Основным, наверное, недостатком данной транспортной системы является то, почему еще, скажем так, сложно его где-то признать и так далее. То, что до этого никогда не было данной технологии реализовано, оно непривычно. А все, что непривычно, все, что, скажем так, не умещается в голове там, последние 20-30 лет, да, то, что отпечаталось, например, в голове, скажем так, и сердцах двух последних поколений, все страшно, все непривычно и проще, скажем так, сделать что-то такое, что уже... к чему привыкли глаза человека, к чему привыкли, например, там, те же железные дороги, автомобили и так далее, чем строить такую путевую структуру. Но если вы подробнее ознакомитесь с технологией, подробнее ознакомитесь с преимуществами данной транспортной системы, вы увидите, насколько, скажем так, мы опережаем те технологии, которые используем с вами каждый день. Из чего состоит технология SkyWay? Ее еще называют Transnet. Когда-то мы говорили, что Transnet – это новый вид мировой паутины, которая охватит весь земной шар, да, причем впитает в себя ту мировую паутину, которую сегодня практически каждый день там, по несколько десятков раз используют, ну, по крайней мере, жители крупных городов, название интернет, да, вот частью Transnet будет являться мир интернета. Благодаря путевой структуре SkyWay, например, данную технологию, высокоскоростной, скажем так, интернет, благодаря прокладке волоконно-оптических линий связи и высоковольтных линий электропередач, которые могут встраиваться в путевую структуру SkyWay, мы можем доставить фактически в любой уголок Земли. Итак, что такое технология SkyWay? Это инновационная путевая структура, поднятая над землей, это подвижной состав и это инновационная инфраструктура. Здания вокзалов, пересадочных пунктов,
грузовых терминалов, погрузочных, разгрузочных и так далее. Потому что мы говорим о трех сегментах транспортного рынка и грузовом транспорте в том числе. Как я уже сказал, в 2014 году, скажем так, на фоне всего того, что происходило предыдущие 30 лет, ведение переговоров с людьми миром бизнеса, с администрациями городов различных, с государственными деятелями, было принято решение оценить технологию и начать финансирование строительства тестового участка, на котором можно будет продемонстрировать возможность технологии, сертифицировать ее, скажем так, и явить миру, посредством народного финансирования, да, так это назовем, краудфандинговая площадка, то есть была создана собственная площадка, на которой людям предложили становиться владельцами долей компании. За номинал была взята, скажем так, одна доля, равная $1 США, с большим дисконтом, с высоким уровнем доходности. Люди по мере возможности, скажем так, приобретали себе пакеты долей нашего проекта. И, в принципе, при удачно сложившихся обстоятельствах, потому что проект венчурный мы называем, да, высоко рискованный, в 2014 году это был самое что ни на есть венчурный проект, потому что фактически были документы о том, что есть такая технология, были факты, то, что в подмосковном городе Озёры был полигон, на котором технология была продемонстрирована, были положительные отзывы, скажем так, целых рядов институтов, имеющих прямое отношение к транспорту, и была уверенность генерального конструктора Анатолия Дарыча Юницкого, что мы это сможем построить, что мы это создадим. С 2014 года началось привлечение инвестиций посредством краудфандинга либо народного инвестирования, да, и за этот короткий достаточно промежуток времени проделан огромный объем работы. И сегодня, как я говорил, нам есть чем похвастать. Этот период, в начале, точнее, старта нашего проекта, был разработан 15-этапный план, включающий в себя целый ряд работ на каждом этапе, которые необходимо было реализовать для того, чтобы явить данную технологию миру и приступить к строительству дорог по технологии Skyway в разных участках земного шара, там, где данная технология будет востребована. Всего этапов 15, сегодня мы находимся в середине где-то 13 этапа, осталось 2 с небольшим этапа, соответственно, по мере продвижения по этапам реализации технологии, доходность по пакетам долей либо дисконт, он снижается, потому что рисковость инвестиций становится все меньше и меньше. И нам есть что сегодня показать, нам есть чем похвастать. Цель, как я вам сказал, привлечения инвестиций – это строительство центра, инновационного центра Skyway, который у нас расположен в Минской области, недалеко от города Марьина Горка. Сегодня это называется экотехнопарк. Это центр демонстрации сертификации Skyway. Начало его строительства началось в 2015 году. И на сегодняшний момент, на сегодняшний день, скажем так, процентов, наверное, на 90 строительства данного центра у нас подходит к концу. Потому что цель его как раз-таки заключается в том, чтобы продемонстрировать, какие виды трасс мы можем строить, да, и продемонстрировать действующие транспортные средства, провести их обкатку, доработку, сертификацию и в дальнейшем приступить к строительству дорог в разных уголках земного шара. Кстати, на последних этапах развития нашей технологии, в том плане, либо в векторе развития, как говорит Анатолий Борисович, прописано, с 10 этапа начались работы с потенциальными заказчиками. И, в принципе, сегодня, когда еще, скажем так, мы находимся на 13 этапе и привлечение инвестиций непосредственно в технологии продолжается, уже идет речь о строительстве, скажем так, о строительстве дорог в целом ряде регионов. И сегодня мы строимся не только в Беларуси, где мы сейчас еще поговорим. За это время, скажем, был проделан большой объем работ по защите технологий с точки зрения защиты интеллектуальной собственности. Более 80 патентов и сертификатов, кстати, в ролике, о котором мы говорили на прошлой неделе, что из себя представляет экономика Skyway, говорилось о том, что было получено более 80 патентов и сертификатов целого ряда стран, континентов, да, это Соединенные Штаты Америки, Австралия, Канада, Китай, Япония, Евросоюз. То есть это передовые страны, которые планируются вывод технологий, соответственно, технологии необходимо защитить. Был проделан огромный объем работ на целом ряде выставок, начиная с сентября 2016 года, с первой выставки под названием «Монотранс 2016», и по сей день это было порядка 20 крупных транспортных форумов, на которые крупные игроки транспортного рынка представляют те инновации, да, которые были наработаны за предыдущий год там, или два от предыдущего мероприятия в данном регионе. И на данных транспортных форумах специалисты компании «Струнные технологии», которые являются частью группы компании Skyway, расположены в Минске, знакомили потенциальных заказчиков, что из себя представляет технология, демонстрировались транспортные средства. Если на первой выставке на «Транс 2016» был продемонстрированы первые два транспортных средства, которые были созданы где-то за 5 месяцев работы,
это двухместный минибайк и 14-местный минибус, то на последнем Инотрансе, который у нас состоялся в 2018 году, уже был продемонстрирован высокоскоростной модуль, который будет способен разгоняться до скорости 500 км и более. За это время развито собственное производство, потому что в мае 2014 года единственным сотрудником нашего научно-производственного предприятия и конструктором был Анатолий Эдуардович Юницкий, генеральный конструктор. Сегодня более 800 специалистов, работающих в разном направлении, трудятся у нас на территории Республики Беларусь и уже, скажем так, не только, еще в Объединенных Арабских Эмиратах, над реализацией данной технологии. Это и специалисты-транспортники, это создание подвижного состава элементов путевой структуры, разработчики двигателей, мотор-колесо, целой линейки собственных двигателей, да, и это программисты, которые работают над созданием систем машинного зрения, сложных систем управления транспортными системами, да, систем безопасности и так далее, и так далее. Кстати, на конце прошлой недели вышла новость об интеллектуальном, да, о развитии нашего отдела, который находится в Республике Беларусь. Кстати, недавно как раз-таки часть помещений, которые были арендованы нашей компанией, да, заняло управление интеллектуальных систем SkyWay, которое находится недалеко от библиотеки, от республиканской библиотеки в городе Минске. То есть за 4 года развито собственное производство, сегодня производство расширяется, у нас строятся новые производственные цеха для того, чтобы уже продукцию, которую можно было давать, это мелкосерийное и серийное производство для реализации проекта, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. За 4 года по мере развития технологий, по мере строительства экотехнопарка, несколько десятков правительственных, научных, там, делегаций целого ряда обучающих вузов, да, то есть высших учебных заведений, были на территории экотехнопарка, посещали конструкторское бюро, встречались лично с Анатолием Эдуардовичем Юницким. И целый ряд специалистов нашей компании участвовали в различных форумах, посвященных развитию, скажем так, инфраструктуры городов, умных городов, транспортной отрасли в разных уголках земного шара и знакомили, скажем так, специалистов транспортной отрасли, административный ресурс целого ряда регионов с тем, что из себя представляют технологии, ее перспективами использования, какие выгоды, преимущества есть по сравнению с теми транспортными системами, которые сегодня используются фактически на территории земного шара. То есть таких делегаций, как я сказал, на территории экотехнопарка было несколько десятков, но и форумов, наверное, тоже не один десяток в разных уголках земного шара, на разных континентах, то есть технология была представлена. Раньше мы долго зависали на слайде касаемо средств массовой информации. Я помню, скажем так, «Минская правда», 16-й год, когда она нас написала первый раз. Сейчас фактически не проходит дня, чтобы в каком-нибудь средстве массовой информации не рассказывалась технология под названием SkyWay. Это интернет-порталы, это, скажем так, обычная печатная пресса, газеты, журналы. Это телевидение, это радиостанции. То есть сейчас нет недостатка информации в том, что мы из себя представляем, чего мы достигли. По сравнению с тем, что было 4 года назад. Каждый год фактически компания проводит отчетные мероприятия, это было вот 3 последних года, 16, 17, 18 год, для собственных партнеров и инвесторов, которые приезжают на территорию экотехнопарка и своими глазами видят, чего достигла наша компания в развитии. Да? То есть я был на всех 3 экофестивалях, если на первом было порядка 700 человек, да, и по сути дела была строящаяся анкерная опора и промежуточная опора, то на последнем уже несколько тысяч наших инвесторов смогли проехать в нескольких видах транспорта SkyWay. То есть это было сделано за 2 года. В большом счете это, скажем так, для крупного инфраструктурного проекта, да, для крупной отраслеобразующей технологии это достаточно быстро, потому что мы знаем, что многие инновации в транспорте, скажем так, внедрялись не один десяток лет. И все это, скажем так, то, что мы сегодня достигли, развивается благодаря тому, что была использована схема, как я уже говорил, народного инвестирования, народного финансирования, да, то есть привлечение денежных средств у физических лиц. И вот все, что сегодня строится, то, что сегодня создается, новые транспортные средства, а сейчас готовится целая линейка транспортных средств в тропическом исполнении для Объединенных Арабских Эмиратов, то есть одно транспортное средство уже у нас проходит, скажем так, испытание и обкатку, и еще 6 транспортных средств новых на подходе, которые будут реализовываться у нас на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где мы сейчас как раз таки строим инновационный центр SkyWay в Эмирате Шарджа. Первый раз мы эту информацию получили в октябре 2018 года. Но, как выяснилось, работы велись давно, и, по сути дела, к выделению земли и, скажем так,
Работы, которые необходимо выполнять на территории инновационного центра СКВ в Эмирате Шарджа, начались как раз-таки весной 2018 года. Но как это нам было сказано, как я вам говорил, это было объявлено уже аж через 4-5 месяцев. Сейчас там идет, скажем так, строительство офиса нашей компании, строительство инновационного центра, который, конечно же, отличается от того, что мы построили в Республике Беларусь. Хотя и в Республике Беларусь, вот если судя по отзывам некоторых людей, которые, скажем так, не совсем, возможно, доверяют нашей технологии и так далее, можно сказать, что построен центр, и люди говорят, возможно, это нарисовано, да, там, что вот нет как бы грязи там, и так далее, не похоже на стройку, может быть, это 3D-модели. Здесь есть два слайда, на которых как раз-таки продемонстрированы те действующие модели транспортных средств SkyWay. Наверное, будет лучше продемонстрировать то, чего мы достигли, все-таки роликом, да, который полностью покажет, что из себя представляет технология. Там есть заголовки и преимущества, отличия технологии от транспортных систем, которые мы используем. Поэтому я вам предлагаю сейчас просто ознакомиться с технологией SkyWay в видеоролике, да, отрежу, что у нас построена территория экотехнопарка, как выглядят транспортные средства и так далее. Дальше мы будем уже двигаться по нашему вебинару. Я вас на время оставлю. Приятного просмотра. We'll be right back.
Итак, друзья, в данном ролике вы видели, да, транспортные средства SkyWay, экотехнопарк. Единственное, наверное, добавлю, то, что там вначале было сказано три типа путевой структуры, сегодня их не три, а пять. Сегодня у нас реализована еще и суперлегкая трасса, вы видите, Univin, да, в левом нижнем углу данного слайда, то есть построена путевая структура суперлегкая. И у нас достроена Кокофесту, который был летом 2018 года, и грузовая путевая структура, и был продемонстрирован грузовой комплекс SkyWay. Ролики вы сможете найти непосредственно в новостных разделах и на наших информационных каналах, на видеосервисах. Это YouTube, Vimeo, которые есть в компании SkyWay Capital. Итак, друзья, за что хотелось бы еще, скажем так, отдельно, точнее, за что испытываешь гордость, это то, что вот те транспортные средства, в большинстве своем, которые были в ролике, это не 3D-модели, это не нарисована какая-то картинка, это не анимация, это реально действующие транспортные средства. Невзирая на то, что некоторые, как мы называем, тролли, говорят, что все это похоже на нарисованные картинки, просто я все видел это своими глазами, не в плане там кого-то сейчас убедить, переубедить и доказать, но хотите убедиться в том, что это существует, Москва-Минск поезд, такси, либо электричкой, либо чем-то еще, вы можете доехать до Марьиной Горки и увидеть, как данные транспортные средства испытываются и вживую, как они перемещаются по путевой структуре. И сейчас, насколько я понял из тех роликов, которые были показаны совсем недавно, у нас на территории экотехнопарка строится еще одна трасса, которая будет демонстрировать, опять же, на этой трассе будут испытываться новые транспортные средства, в том числе, скажем так, и первый прокат тех транспортных средств, которые будут направлены в дальнейшем в инновационный центр в Шарджи. То есть это тоже строится на территории нашего экотехнопарка. Что хотелось бы теперь сказать? Мы говорили о технологии, да, мы говорили о том, что мы на сегодняшний день делаем, чего мы, кстати, достигли. Да, то есть действительно технологии сейчас знают фактически на всех континентах. Да. Мы имеем инновацию, мы имеем идею. Когда-то это была просто идея, сейчас она воплощена уже в железе. Да? И, в принципе, для того, чтобы реализовать какую-то инновационную идею, необходимо, что, как всегда, в истории человечества, если посмотреть, нужны были инвестиции. Нам часто задают вопрос, почему, скажем так, государство, какое бы то ни было, не взялось за, там, не заплатило большие деньги, не взялось за развитие технологий. Вы знаете, как показывает история человечества, фактически все инновации, которые вошли в нашу жизнь, то, чем мы сегодня пользуемся, это инициатива частных лиц, да, то есть это кто-то развивал какой-либо вид бизнеса, только на территории одного государства, там с 17 года по 90-й государство управляло процессами, это был Советский Союз, вот, а так у кого-то была идея, у кого-то были деньги, и в сочетании, в симбиозе это приводило к тому, что то, что действительно человечеству было необходимо, в итоге реализовывалось. И примеров здесь масса, на наших слайдах мы часто говорим вот таких компаний, как Apple и Microsoft, например, да, и когда-то развивались большие и крупные ЭВМ громадного размера, которые занимали там несколько комнат этажей, например, да. Но идея у молодых людей была в том, чтобы в каждом доме, в каждой квартире был персональный компьютер у человека. И мы сегодня пришли к тому, что те люди, которые проинвестировали свои денежные средства в конце 70-х годов в технологии, подобные Apple и Microsoft, да, соответственно, параллельно развилось огромное количество, сотни тысяч компаний, разрабатывающих железо и программное обеспечение для данных устройств, для новых устройств, которые появились, сегодня, скажем так, выглядят вот так. Когда-то, еще 10-15 лет назад, у нас было здесь отдельно телефон, фотоаппарат, радио, там, телевизор, да. Сейчас все вот в этом устройстве помещается. Благодаря тому, что кто-то когда-то поверил, инвестировал денежные средства, и сегодня сам этот человек и его дети обеспечены на многие-многие годы вперед, потому что эти люди относятся к категории миллионеров, мультимиллионеров. То же самое было с развитием железных дорог, потому что поначалу железные дороги развивались в направлении грузоперевозок для перевозки там угля, руды, то есть сыпучих грузов, но нашлись те, кто поверил и пассажирские перевозки, хоть и, скажем так, РЖД утверждает у нас на территории Российской Федерации, что пассажирские перевозки убыточны, да, и эти убытки они покрывают за счет грузоперевозок. Но, тем не менее, активно развивается направление пассажирских перевозок, да, мы знаем, скажем так, высокоскоростные уже железные дороги и так далее, и так далее. Когда-то кто-то вложил деньги, сегодня эти деньги получают его дети и внуки. Дальше это история господина Бенца, который создал двигатель внутреннего сгорания и при поддержке денежных средств других людей. Сегодня по территории мира бегает огромное количество автомобилей марки Mercedes. Далеко, скажем так, не самые худшие автомобили. По нашим дорогам в России бегают тоже десятки, сотни тысяч.
Ну и, конечно же, история братьев Райт, да, которые запустили свой параплан, но идею развития авиации, по сути дела, реализовал господин Боинг. Сегодня есть еще целый ряд компаний, которые хорошо себя чувствуют на авиационном рынке, но компания Boeing одна из самых крупных. Кстати, невзирая на то, что самолеты тоже иногда валятся, к сожалению. Да? Вот. Компания, которая у нас работает на территории Республики Беларусь, это компания, которая имеет очень высокую репутацию. За несколько лет своего развития, начиная с 2014 года, к 2016 году, в 2017 году, точнее, она стала членом Торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, членом Союза строителей Республики Беларусь, имеется большое количество сертификатов и лицензий, необходимых на разработку струнного транспорта, да, вплоть до конечного строительства дорог, там, приемки и так далее, и так далее. Сегодня у нас более 800 специалистов, работающих в разных направлениях в Республике Беларусь, получающие достойную зарплату по меркам этого государства. Да. Опять же, очень важный момент – то, что благодаря вот народному инвестированию сегодня мы организовали в Республике Беларусь, скажем так, целый ряд производств, да, и более 800 рабочих мест, где люди могут трудиться во благо, скажем так, и нашего проекта, но и государства в том числе. Компания отчисляет налоги, каждый год проходит аудиты и так далее, и так далее. То есть та информация, которая сейчас была дана, это действительно может показаться будущее, но в принципе сегодня тоже настоящее. И каждому из вас, то вот есть еще новички, которые разбираются в информации о нашем проекте, да, это отличная возможность стать владельцем какой-то части долей данной технологии и в будущем обеспечить высокий уровень дохода себе и своим детям. То есть это как представьте себе, что в конце 70-х годов, например, если вы жили, вам постучались и сказали, вот, дай там 100-200 долларов на развитие технологии компании Microsoft, да, то есть первых компьютеров и так далее, и ты будешь обеспечен. Вот. Сегодня такая ситуация происходит именно с нашей технологией. Потому что Microsoft уже развился, он уже крупный. Мы входим динамично на рынки, и, как говорят специалисты, как транспортной отрасли, так и мира финансов, что данная технология будет реализовываться очень быстро и войдет в обиход, в жизнь, скажем так, людей, быстрее, чем технология под названием интернет. Мы имеем, как я вам сказал, экотехнопарк в Мариной Горке, и сейчас строится инновационный центр SkyWay в Шарже. Мы не получали новостей из Шаржа где-то последние, может быть, 3-4 недели, но вот подходит апрель месяц. По результатам деятельности на территории Объединенных Арабских Эмиратов Анатолий Эдуардович Юницкий, наш генеральный конструктор, сказал, что где-то в апреле мы все равно продемонстрируем то, чего мы достигли уже там, при строительстве инновационного центра SkyWay. Благодаря, точнее, с целью того, чтобы в реализацию технологий приходили денежные средства, да, приходили, скажем так, инвестиции с целью финансирования строительства экотехнопарка, это основной проект, который был запущен в 2014 году, были созданы инвестиционные платформы, назовем это так, одна из них это компания SkyWay Capital, и в принципе для того, чтобы стать участником нашего проекта, чтобы стать собственником технологии, да, для того, чтобы, возможно, создать источник дохода уже сейчас, благодаря программе лояльности, которая есть в нашей компании, достаточно зарегистрироваться на сайте компании SkyWay Capital. После прохождения регистрации у вас будет, скажем так, в пользовании свой собственный личный кабинет, в котором большой объем информации, с которым можно ознакомиться. Начиная с того, что из себя представляет наши, скажем так, инвестиционные стратегии, да, то есть как выглядят пакеты, какой уровень дисконта на сегодняшний день. А на 13-м этапе, в середине 13-го этапа, сегодня уровень составляет или дисконт от 1.15 до 1.65 раз. Эта разбежка обусловлена тем, что у нас существует целая линейка пакетов. Минимальный пакет, достаточно демократичная, я считаю, инвестиция, это $15 и... У нас большое количество людей, которые начинали именно с этой цифры, но большинство из них приходили в проект «Инвестируй $15». Ну, первой целью была все-таки проверить, насколько это, скажем так, надежно, не обманут ли меня и так далее, и так далее. Потом эти люди в большинстве своем покупали крупные пакеты. То есть, в принципе, увеличивать свой портфель инвестиций в наш проект вы можете до тех пор, пока будут привлекаться инвестиции непосредственно в саму технологию. По плану развития компании это 15 этапов. Сегодня, как я вам сказал, мы находимся в середине 13 этапа. У нас есть возможность, как я сказал, инвестировать разово, то есть есть несколько инвестиционных стратегий, да, и модель очень простая. Выбираете из линейки пакетов тот пакет, который вам подходит сегодня, по вашим финансовым возможностям. Ни в коем случае не надо занимать где-то деньги, брать какие-то кредиты и так далее. То есть на ту сумму, которая для вас комфортна, вы можете себе выбрать пакет. У каждого пакета, который стоит немножко больше, больше уровень доходности. То есть у нас есть, скажем так, называемый столбик с дисконтами. Вы можете легко его найти в
таблицы, которые есть в личном кабинете. Вот, да, то есть, чем дороже пакет, вот столбик справа, если он прописан в долларах, тем выше уровень доходности по этим пакетам. Максимальный дисконт сегодня на разовых пакетах составляет у нас 65 раз. Когда я пришел в компанию, это было лето 2014 года, июль месяц, заканчивался второй этап, уровень доходности тогда составлял, если не ошибаюсь, от 250 до 1500 раз. Вот. На минимальном пакете и максимально. Как я вам говорил, да, те люди, которые пришли в наш проект на начальных этапах развития технологии Skyway, конечно же, у них были более высокие уровни доходности, но и больше риски. И достаточно большое количество людей, которые инвестировали в 2014 году, с нами до сих пор активно, скажем так, интересуются развитием нашего проекта и помогают нам этот проект развивать. При помощи той программы лояльности, которую я два слова потом скажу. Помимо разовых пакетов, внутри личного кабинета вы можете найти пакеты, которые у нас называются специальные предложения. Например, пакеты на транс. Если вы приобретаете три пакета по 1000 долларов с интервалом не позднее месяца от покупки предыдущего, у вас будет расти дисконт. Сегодня, скажем так, от 37 до 55 раз. Все, можете эти три пакета купить за 2 минуты. Купили один, второй, третий, соответственно, за каждый из них вам будет начислено сначала 37 тысяч, потом 46, потом 55 тысяч далее. Далее, у нас есть пакеты, которые вы можете оформить на несовершеннолетних детей. Это, как правило, две рассрочки, малыш и студент. У нас есть просто пакеты, которые вы можете приобретать в рассрочку. То есть есть целая линейка пакетов в рассрочку, начиная от незначительной суммы ежемесячно 25 долларов в месяц на протяжении там, 10 месяцев и заканчивая рассрочками по 5000 долларов ежемесячно. Все зависит от того, насколько вы комфортно себя чувствуете, инвестируете деньги, которые готовы вложить в развитие нашей технологии. Как я вам говорил, в компании Skyway Capital есть программа лояльности. Подробно ознакомиться с ней вы также можете внутри личного кабинета. У нее есть целый ряд преимуществ по сравнению с огромным количеством партнерских программ, существующих в мире многоуровневого маркетинга. Да. Важно понимать то, что все, что делаете вы, все, что создаете вы здесь от месяца к месяцу, не сгорает. У нас накопительный маркетинг-план, и вы можете плавно расти по карьерной лестнице нашей компании, начиная от статуса партнер. Причем, чтобы стать партнером, вам не обязательно покупать какой-либо пакет сразу. Вы можете подписать партнерское соглашение, вы можете, если вы активный человек, начинать давать информацию своему окружению, если кто-то из них приобретает себе пакеты далее, а вы, будучи партнером, подписали это соглашение, соответственно, вам на бонусный счет будут начисляться денежные средства. Это тоже, в принципе, одна из тонкостей и преимуществ нашего маркетинг-плана. Квалификации всего 6, то есть с разной скоростью вы можете, если активно развивать здесь бизнес по партнерской программе, двигаться к последней квалификации. Как я вам сказал, все, что делаете вы или вашего первого поколения, это у нас прописано в условиях маркетинг-плана, оно вам все идет в копилку. Найти партнерскую программу, подробно узнать о процентах, которые есть начисление вам как партнеру, вы можете найти в личном кабинете в разделе «Партнерам». Первое, что вы увидите, это партнерская программа. Там есть целый перечень документов, с которым вы можете ознакомиться. Вы можете ознакомиться с платежными системами, которые у нас существуют для того, чтобы пополнить свой основной счет, чтобы приобрести пакеты далее компании. Если вам чего-то будет непонятно, возникнут какие-то вопросы, у нас в Москве работает отдел информационной поддержки, который с 10 утра до 7 по московскому времени, в течение 7 дней в неделю, консультирует наших новых партнеров и инвесторов. Есть служба технической поддержки. На сайте справа есть такая панелька, нажимая на которую открывается окошко. Вы можете задавать вопросы специалистам нашей технической поддержки. Сегодня мы находимся, как я говорил, на 13 этапе инвестирования непосредственно строительства экотехнопарка, который у нас находится в Республике Беларусь, а именно с этой точки зрения запускался весь проект, потому что нам нужно было создать центр инноваций сертификации Skyway. Где-то процентов, наверное, уже не 73, а 85 уже закрыто. То есть мы близки к тому, чтобы перейти там на 14-15 этап, всего их осталось 2 из 15. Но я считаю, что это хорошая информация для тех, кто еще не стал нашим инвестором и партнером. То есть не думать долго, не взвешивать все за и против, да, задать свои вопросы лучше всего и сделать тот шаг, который может вас привести к обеспечению, скажем так, созданию лучшего финансового будущего для себя самого и для своих детей, внуков, для своего окружения. Потому что огромное количество людей сегодня ищут возможности, куда бы инвестировать денежные средства. Да, их можно инвестировать в недвижимость, да, можно играть на рынке криптовалют, но в последнее время, скажем так, очень много информации о том, что вот крупные там институциональные инвесторы
все никак не решатся в то, чтобы активно развиваться на рынке криптовалют. Это рынок не изучен, он активно развивается, может, последние 4 года, и там были большие взлеты и падения. Можно инвестировать, скажем так, в ценные бумаги, да, в большинстве случаев это игра в долгую, то есть это игра там, на десятилетия вперед. У нас же проект венчурный, и огромное количество людей в мире, вы можете почитать истории, да, создания, скажем так, капиталов, я не могу сказать, на халяву там, свалилось там счастье на голову и так далее, и так далее. Как правило, это люди, которые вкладывают какой-либо проект на самом начальном уровне, да, и этот доля этих компаний в дальнейшем начинает котироваться где-либо на каких-то биржевых площадках, растут в цене, и эти люди получают основной доход. Поэтому такая возможность есть у вас. Не буду агитировать, не буду, скажем так, носить хоругви, размахивать флагом, но тем не менее, сегодня самое выгодное время для того, чтобы стать инвестором нашего проекта, потому что дисконт выше уже не будет, ниже будет, потому что мы будем переходить на 14 этап, это, как правило, сопровождается снижением дисконта, да, и за те же самые деньги вы сможете приобрести меньшее количество долей. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, и что я вам посоветую, если вот у нас есть новички, Ольга там поставила единичку, хотя вот есть какие-то сомнения, потому что у нас, как правило, на вебинаре как минимум одна Ольга тоже участвует, да. Задайте вопросы тем людям, которые вас пригласили на данное мероприятие, задайте вопросы, обратившись на нас отдел информационной поддержки в Москве. Какие-то вопросы вы можете задать сейчас, и я попробую, скажем так, в рамках нашего сегодняшнего вебинара. Хороший вопрос задала Ольга, да, то есть вложив деньги, когда-нибудь прибыль можно получить или получат только потомки? Вы знаете, ну все мы, которые стали инвесторами нашего проекта, да, вот, надеемся на то, что данные инвестиции, они не относятся к долгосрочным, там, на десятилетия и так далее, что в соответствии с меморандумом нашей компании, когда только будет начать, ну, когда будут приходить первые деньги, и компания будет получать прибыль на реализацию адресных проектов, по мере строительства адресных проектов и так далее, да. В инвестиционном меморандуме сказано, минимум 20% от прибыли компании будет распределяться между теми людьми, которые стали владельцами пакета долей на ранних этапах развития компании. Это именно сейчас. Вот. Сказать вам, что мы получим деньги там через год, я утверждать не буду, но то, что это не будет длиться там 20-30 лет, тоже могу сказать уверенно. Поэтому мы настроены на то, что сейчас идет активное развитие на территории Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов, да, и в соответствии, как говорил наш генеральный конструктор, начните строить в Эмиратах, и пойдут заказы, пойдут государственные заказы на использование данной технологии. Очень заинтересован в технологии Эмират Дубай, да, непосредственно город, в Эмирате Абу-Даби. У нас сейчас выделена земля в Шарджа, где идет строительство инновационного центра, и выделена земля для строительства высокоскоростной трассы. Где, я вам сейчас не могу назвать, потому что генеральный конструктор не упоминает то место, где нам выделено 25-километровый участок, где будет демонстрироваться высокоскоростной SkyWay, но тем не менее это все делается. Спасибо, Вячеслав, то, что официальную группу ВКонтакте скинули ссылку, да, на вопрос Ольги. Телефон вы можете найти непосредственно, Ольга, на нашем сайте. Да, на сайте SkyWay Capital, либо там в личном кабинете он указан. У нас есть телефоны для жителей России, 8800, есть телефоны для жителей зарубежья. Сегодня наш проект развивается на территории более 200 стран. То есть у нас несколько сотен тысяч инвесторов в проект, да, говорят на разных языках, но, наверное, одним из преимуществ нашего сайта является его мультиязычие. 24 языка, на которых сегодня люди могут получать информацию о развитии нашего проекта, в личном кабинете, скажем так, ориентироваться на своем родном языке, что, как сделать, какую кнопку нажать и так далее. Так, какие еще вопросы, да? Сейчас, одну минутку. Когда гроши, да, вот, но, в принципе, не могу сказать, что ответил, но тем не менее. Надеемся, что в ближайшем будущем. Все идет к тому, что проект сейчас будет активно реализовываться на территории Аравийского полуострова, соответственно, это приход живых денег, это прибыль компании, и в соответствии с инвестиционным меморандумом 20% от прибыли это распределяется между владельцами долей. Дмитрий Климов спрашивает, закроется ли до 2019 года вход в технологию, до конца 2019 года. Ну, я тоже как бы не оракул, у меня нет хрустального шара. Такая вероятность есть, да, и в принципе, если вы задаете вопрос с точки зрения
подождать конца 2019 года, инвестировать на 2015 этапе, чем сейчас, ну, наверное, сейчас было бы больше смысла сделать шаг, потому что уровень доходности либо дисконт сегодня он выгоднее, чем это будет на 2015 этапе. А что будет, если будет ураган? Ну, как заявляет генеральный конструктор нашей технологии, то, что путевая структура, транспортные средства будут выдерживать силу бокового ветра порядка 300 км в час. Да? То есть силу ураганного ветра. Это можно почитать в описании технологии у нас на сайте. На сайте www.unisky.com, это непосредственно сайт инженера Юницкого. Да, Ольга, вы совершенно правы, то, что вы написали. Значит, можно зарегистрироваться, сначала все изучить, через некоторое время инвестировать. Это, наверное, был бы самый грамотный ход, потому что, вот как написал Николай, что регистрация у нас в проекте, она бесплатна. Да, то есть, и было бы логично зарегистрироваться, зайти, понять, задать свои вопросы, а потом сделать шаг. Это даже самый правильный подход. Юрий написал, чем раньше вы разберетесь, да, тем дешевле это будет. Согласен, потому что вот сегодня середина 13, сегодня, скажем так, второй подэтап 13 этапа. Но не исключен вариант, что скоро мы закроем на 13 этап, перейдем на 14 и так далее. Какие еще вопросы, коллеги? Хочу вас поблагодарить, то, что сегодня на вебинаре вы присутствуете и задаете эти вопросы. Когда люди задают вопросы, значит, они хотят получить ответ, значит, они неравнодушны. Да? Кстати, вы задавали вопрос по поводу телефона. Сейчас на этом слайде указан адрес нашего, скажем так, московского представителя. Мы информационный партнер, сопровождающий развитие проекта. Вот. 8-800-198-20. Так что я слайд оставляю. Можете переписать телефон и связаться с представителем нашей компании, с информационным отделом, который находится за стенкой сзади меня. Итак, друзья, если вопросов больше нет, огромное вам спасибо, отличного продолжения весны, хорошего начала и продолжения сегодняшней недели, которая началась в понедельник, да? Успехов вам во всех сферах вашей жизни, которые вы развиваете. Ну и пусть все, чего касается ваша рука, ваши помыслы превращаются в что-то хорошее. Есть такое выражение, в золото пусть превращается. Да? Вот этого я вам желаю. Здоровья, любви и денег вам и ваших близких, и до новых встреч на наших мероприятиях. Спасибо, до свидания.